Перемены к лучшему. Микрорайон Городецкий, или, как говорят в народе, Кармановка, преображается прямо на глазах. Здесь полным ходом идет реконструкция не только участка дороги по улице Ленина, но и возводится современная детская и спортивная площадки, ремонтируют дома. Преображение микрорайона Кармановка начинается с реконструкции дорожного полотна. 490 метров главной транспортной артерии района будет полностью заменено. Материалы уже закуплены. Часть из них уже в городе, другая часть будет завезена позже. На данный момент работы находятся на первом этапе. У нас идет устройство линейной канализации на данном участке, вынос водопровода. Вот, после этого переступим более... на том конце к выносу газопровода и перекладке канализационного коллектора. Дорога будет спрямлена. Здесь, если раньше была дорога зигзагом, то теперь дорога после реконструкции будет прямая. В следующем году планируем уложить верхний слой асфальта. Если раньше убитая асфальтированная дорога заканчивалась возле магазина «Кооператор», то теперь ровное дорожное полотно будет до пересечения с улицей Рыбников. Она была неровная. Там была кривая дорога, кривизна. Этого сейчас не будет. Сейчас дорога будет выровнена. В связи с этим мы выносим газопровод и высокого давления на том участке дороги. Будет перекладка газопровода. Дорога будет полностью прямая, вот весь этот участок. На сегодняшний день работы идут по графику. Срок сдачи объекта – октябрь 2021 года. Еще одно новшество микрорайона – многофункциональная площадка. На месте бесхозной хоккейной коробки и аварийного детского городка возведут спортивную и детскую площадки, места для отдыха, а также оборудуют 18 парковочных мест. Потрясающая будет площадка и со спортивной частью, и с детской частью. И самое главное, что в этом районе в этом году мы будем делать 3 фасада прямо близлежащих домов. И, следовательно, будем полностью соответствовать постулатам Минстроя о повышении качества городской среды. Что касается капитального ремонта жилищного фонда, то в этом году обновят 6 многоквартирных домов микрорайона. В настоящее время проводится капитальный ремонт 6 многоквартирных домов. Это дома Меньшикова 2, Меньшикова 11, 12, 13, 15 и дом 60 лет СССР, дом 3. В большинстве этих домов мы проводим работы по ремонту и утеплению фасадов, а также ремонтируем инженерные системы электрогазоснабжения. В двух домах 60 лет СССР, дом 3 и Меньшикова 12, мы также ремонтируем крышу. Работы планируется завершить до конца октября, начала ноября месяца. Добавлю, также в микрорайоне Городецкий ведется строительство ясли-сада на 60 мест. Наталья Дуркина, Леонид Шишлов, телеканал «Север».